ДМ-ка, дай чуть медленнее ходу, не догоняем. Какая там форма у противника? Вижу, вижу их. Где? Один. 12 Выливай. На 12. Колонна Выливай. Противника. Урала нет. Выливай. Как их считать? Выливай. Все, хватит, хватит, хватит. Не сильно, не сильно. Да я даже не раз попал. Не спешивайся. А вот как брат, давай стреляй. Да у них нету штурм. ПЗРК. Жека, десант не забыл. Десант на горе будет. На какой горе? Мы же договорились, он в севернее Анара. Нормально, вы тут попадете как по плану. Да зачем нам этот план? План на дно останется. Поехали на Ванар. Ванар, Ванар, Ванар. Дайте-то еще раз на Анар пройдусь. Сейчас собьют их. Отходись и Ванар. Да бог, давай. Ванна, сожги. Работай! Погоди, не вижу. Сейчас 200. Кучу народа положили. 200 сейчас такой крик стоит. Граник стреляют. Колонна притормозившей. Минополе, как мы пытались... Давай, погибли колонна вражеская. Он минус. Не ссыть. Поле, как мы пытались трубу сбить самолет. Это вообще... В какую сторону едет? Поехала в Тимуркала и встала. Эй. Ну все, давай нас на точку. А ты пойти с надами по ней не смог. Рай шелся, прошелся, два раза прошелся. Но я не думаю, что там всех поубивал. Ну и отлично. Мавр, наблюдай. Да наблюдаю. Верни ситуацию. Десант готовится. Хороший вопрос. А парашюты сами открываются? Сами, сами. Парашюты прыгают, блин. Высока. Ну какой берете парашют? Да я. Парашюты, парашюты. Давай там парашюты. Это. А, какой неуправляемый. Блин, только очередность, не все разом. На точке 1-1 делаем. Так, стоп, я вернулся, давай, подтверждаю. Раз, два, три, поехали. Вот ты не штаба БТР, скоро будем делать высадку. Все. Там кинули. Собирайтесь там в дежинке, мы тут пока посмотримся. Стоп, это штаба БТР, производим высадку. Как следующая задача? Лететь на север, мочить этот, как колонну. Интересно, а они объединились или нет? Я так понимаю, нам смысла вообще туда лететь даже нет, потому что мы их не найдем просто. А, мы только поймаем Стингер. Вот именно. Так вот, что-то мне кажется, что лучше еще раз по Тимурке пройтись и звучку отыскать. Поехали в Тимурку. Так, это штаб, подхожу к основной колонне сзади. Ищи. Гранник высадились, готов к движению. Только джипы. Куда высадились? Звонит БТР, заглуши двигатель. Жека, статистика есть. Ох, блин, что-то своих не положил. Вертолет свой. Вертолет свой. Не стрелять. Ищи эту загрузку. Самое продолжение движения точки 1 на 1.
Кажется, она в Анар уехала. Да я ее не видел, я видел только джипы. Ты говоришь, она в Анар уехала? Нет, там только джипы ехали. Девушка свалила в сторону Анара. Там в колонии ее не было. Ищи, называется. Там что пишут. Анар, ну хуй. Или еще один раз. Так, это штаб колонн, начинаем движение пехоты вперед по маршруту. Сохраняем порядок. Кому? Там джип был, стрелок на нем снес, все, сжег его. Молодец. Это БРДМ, выходим на перевал, пока ничего не наблюдаем. Там получится. Ты о чем вообще? Я появился строка опустить пары. А, это. Это лаж. Ясно. Наши войска зашли всем. Я не знаю, не слежу за картой. Гляди, что творится. Чтоб не расслаблялись. Ни тебе теплака, ни тебе радара. Шикарная вещь. Так, а на заружку, кстати говоря, Мавр, береза работает? Нет. И мы, и на нам, да? Да, это там обычно Урал уже зовут. Ровно север, 1.0, 600-700 метров, вторая складка пехоты противника. Это давайте отработаем. Это подать не могу, сказал наводчик, у него карт нет. Что-то на кентов сейчас не выходит. Так, вы как? Блин, красивый дуб. Муркалаев, твои есть? Я не знаю.
спустились в перевал вниз, выезжать с обзором на Тимуркалу. Мавр, выйди на КВ, Рэдман. Лети мимо, покричи их. Полный стоп, движение дальше не надо пока делать. Сейчас не самое лучшее время на это. Ну, подкатка ищи, что там говорят, какого-то противника. Блин, знал бы еще хотя бы примерно где-нибудь. А то, знаешь ли, скорость 300, я немного не успеваю, он все наоборот не смотрит. Мне главное, чтобы зеленые сюда в Тимурку не пришли. А то ж, звезда нам посмертно. Нет? Вертушка, вертушка, видишь, дым горит. Лендровер двигается на север. Быстро вертушка по дороге уходит Лендровер. С севера с города уходит Лендровер, вертушка. Мавр, ведешь? Вертушка направо через дорогу от дыма, где поле белое, точнее желтое. Стреля... Ага. Ты по нему сейчас стрелял? Да, ну там какой-то джип в кустах стоит. У меня мало боеприпасов. 2-3 выстрела, я на армию туда. Давай. 2-3 выстрела. Под нами, что ли? Вон, пехота, там пехота. Определение границ. По мере движения за собой оставляйте на дороге мины, окей? Да. Поразили. Хватит, хватит, все. Только ты сейчас не оставишь слегка БК, чтобы ты мог помещать цели. Раз повтори, вертушка. Убегающий джип уничтожили. Еще раз, давай туда. А ладно, вы прикрываетесь на рандар наш? Ребят, может, грузовики пока оставим, а БТР подгоним вперед и подстреляем сверху. Ну, чтобы на перевале сзади кто-то остался. Ну, один БТР оставит, может. Кто в город? Кто бежит по горам? Тимурку еще никто не входит, надеюсь? Гранит на связи. Ходил мой боец. У меня бойцы идут в сторону города. На востоке от Тимуркалая на горах кто-то ходит. Востоке? Это да. Как? За... Сейчас смотри, мы сейчас летим за горой. Вот, я на него сейчас смотрю, не пойму, сводишь же. Ладно. О, вроде наш разведчик. На связи. Авар, сейчас будем пролетать, видите, на бойцы в город идут, трое разведывают. Убивайте всех нахуй сейчас. Передай им, что где-то у них там катается. Грузовик, куда ты прешься? Грузовик, стоп, дай обогнать тебя БТР другому. Мак. Вы там живые? Да, скоро выйдем на связь. Ладненько, тут уже входит в город. Петров, мы обгоняем грузовик, идем за вторым БТРом. Передай этим, вот сейчас БТР, ну, бардак едет, от него на востоке по горам кто-то бегает. Сам передавайте, да, включено. Так, это вертушка, вот сейчас бардак едет, от тебя на востоке по горам кто-то бегал. Все отделения первоначально едут до точки, первый сбор. Разведка надо, наш скоро подходим к Тимуркалаю. Плевозаправщики, прикрывайтесь БТРами. Мавр, а может передать? А, вообще ладно. Авиация докладывает, что справа от вас на востоке кто-то есть.
Вторая 60 КД, расстояние побольше. Пока интересно. Предлагаю, может, по ставам пройти? Или не хочется? О, нет, там точно стингер будет. Встающее отделение, подтягивайтесь до колонны. Че, может, улетим отсюда? Усидим, отдохнем. Бамбук покурим. Или еще покрепче. А, сударь? Да не знаю. Лёв, заправьте, почему вы двигаетесь по-странному как-то? Вам предписано было, где кому за кем двигаться. БТР ушли и там встали. Да, БТР, Керов, мы обогнали один грузовик. Надо никого обгонять. Какого хрена колонна так рваная? Какая рваная? Зоник, тогда обгонишь нас обратно, когда напрямую выедем после Нарандара. Передо мной должны быть два БТР. Где они? Ну, собственно, после двух еду. Так, по этому холму сейчас выкинули. Стреляй, не стреляй, там уже наши. Да, я по домам стреляю, дадим. По ПТРадовски БТР бы проебался. Чтоб лишний раз не высовывать. Где бы ты её где-то прием? Уже когда здесь проходишь, лучше ловушки надо отстрелить. Нахер, лезь отсюда. Я не люблю зеленых этих. Это отделение на Гордоре, вы есть там? Да, прием, я же тебе говорил. Скоро не подходим платить. К Тимкова. Это отделение, вы Гордор удерживаете, и этого будет достаточно. Так, это саба, колонну стоп, прижмитесь влево в елки, мы продолжаем движение, зачищаем город. Полетели наших попугаем. Я их не видел. Под нами были? Прям под нами. Слово, если крикну шлейф, сразу ловушки скидай. БТР кедр вызывает БТР ряд прием. Это вообще на связи у нас? Грузовики в деревья. А знаешь что? Можно было Паша, сделать. Слышишь меня? Он мне говорит вам. Направить БТР попал. Пехоту, блин, застоим мы за грузовиком в колонне, третий БТР. Пускай, если они кричат, что БТР, значит, нас должен быть между грузовиками. Блин, включи крик, да, и вибрацию. Но вы так плотно стоите, что мы будем просто кучей стоять. Я говорю, давай разведку отправим в этот, бастам, вроде бастаму на гору, и пускай они смотрят на нас, как мы летаем над противником. Как только сейчас шлейф, мы ловушки кидаем. Да мы не доживем до высадки. Там слишком опасно. Сейчас там Урал, плюс нет прикрытия. Наверняка там зависит. Подождите, сейчас пехота пройдет, БТР проедет за нами. Все-таки объединились, черти, да? Разведку не торопите, пусть аккуратно работают. Отделение, которое вступает в контакт, просьба докладывать для всей колонны, откуда враг идет. Вертушка на связи, нужно отработать. Вертушка на связи, взлетаем. Ну это опасная штука, Жек. Я понимаю, она пилота, скорее всего, убьет. Может убить. Ну, обычно стрелок дохнет на недолго. Если бы. Ну теперь уже надо ловушки отстреливать, Жек. Блин, ну, жалко. Ищи. А за горой. Сейчас зайдем красиво. В
Давай колонна до точки сбор 2, и там занимаем статическую позицию, пока парни чистят. Мавр? Пока не вижу. Я, по-моему, вижу, это не Юра. Он! Вот он, вижу его, вижу. И работай, и работай. Там же пехотинец, пехотинец. Что там горит сзади? Это этот. АГС. Который у дороги стоял. Жека, поролушек. Не работай. Понял. Где это падла? Не знаю, где там ко мне куда-то бежал. Где пылесос? С другой стороны холма был. Он чуть вниз поехал, как услышал, видимо, вертушку, сразу выбежал. Вот пылесос справа. У него смотри, правее. Там стрелок, блин, он нас стреляет. Бей, бей, бей! Он нифига не делает, пускай стреляет. Падай, не стреляй. Хрена он не сделает. 50 осталось. Блин, это плохо, это очень плохо. Теперь это уже это НЗ, в общем. Я его опять потерял, да что такое? А, ну слева вообще. Ладно. Сейчас мы покружим. Дай бог он на ДВ, надеюсь. Он по нам стреляет. Он по нам стреляет. Ха-ха. Пару ловушек уже. У тебя. Мало ли, вдруг сейчас летит уже. Где он? Пока не вижу. Блин, а что, он уехал, что ли? Вообще, колеса не сбили? Вообще, да, я его смачно всадил. Точки сбор 2, никто никуда не рвет, основная колонна. Оу, тормозимся там. Саба в городе, множество пехоты, сейчас пытаюсь вертушку обратить, вертушку на связи. Связи. Тушка, много норов? 80. 20. Понял, сейчас второе здание отметить, погодите. Здание, зашибись. Ну, Мавр, за фалангами работа. О, вот он. Блин. Ладно, стоп. Пускай думает. Первое топливо, продвинься до ближайшего БТР. Остальная колонна, продвиньтесь вперед. Где он? Слева же, блин, два БТР, прям у него на глазах висит. Продвигаются вперед. Опускай его. Какого хера грузовик на самом деле? Он пустой. А мы тоже. Пускай для него пустые. Просто следи за ним. Что при этом? Я имею в виду, что они один член экипажа, который. Кажется, они в панике бегут от них. Кстати, они, возможно, сейчас стрелы целятся. Наблюдатель выставить, но скажи. Ищи. Давай, сожги, вон на 12, 2 джипа. Ищи пехоту, пехоту ищи, я сожгу. Так, пехота правее, в камнях. Сабы, я здесь целится на стрельба, я не особо слышу. А, за этим камнем. Че стреляет? Ха-ха! Издеваемся? Или не будем? Давай сожги им джипы и все. Ух ты, они... Поцарапали мне вертолет. Сволочи. О, я убит, оказывается.